Компенсацию пострадавшим при обрушении моста в Алматы будет выплачивать подрядчик. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя комитета автомобильных дорог. На сегодняшний день создана комиссия, и они определяют причины обрушения моста. Еще итогов, то есть заключения комиссии еще не было сейчас. На сегодняшний день уже дано разрешение уже разбирать вот эти завалы, но работы еще не начаты там.